Ну, конечно, я отделяю моду и стиль, потому что стиль это более долговечное, это более индивидуально. Мода это тренды, это то, что приходит, меняется, возвращается, уходит опять. И я уже точно знаю о том, что за ней не угонишься. То есть как только ты приобретаешь одно, и если это приобретает кто-то еще, это уже выходит из моды и появляется что-то новое. Поэтому я как раз и призываю находить каждого что-то свое, придерживаться каких-то там основных трендов, то, что нам предлагают дизайнеры, но все-таки не изменять себе. Для меня стиль, для меня вообще важно отличаться от всех, вот всегда хотелось как-то быть отдельно, не знаю. И я считаю, что одежда это еще один способ это делать легко и непринужденно. Ответьте, я там уже забыла. Я вам сейчас задам. Вообще как-то все, можно сказать, зарождалось, и в Уфе я была, и не один раз уже. Приятно, что есть такие профессионалы, знаете, и тогда это, наверное, были первые такие витки 3D-графики, вообще такого плана графики в России. Мы, наверное... Это первый, да? Да. И я могу вас поздравить, здорово, что именно у вас нашлись такие молодцы. Мне кажется, что сложно как-то отделять наших женщин именно вот по городам, потому что каждую фею, мне кажется, есть москвичка, каждая москвичка есть. Да, ну здорово, что у вас есть свой колорит, у вас есть свой национальный образ, даже шикарный мех. Вот. И если говорить о стиле, то можно использовать элементы какого-то такого национального веяния, если можно так сказать. То, что я видела, мы не так много ходили по сувенирным магазинам, к сожалению. Но вот внизу гостиницы, это красивые шапки, это жилетки, то есть это все можно, вот мы буквально сегодня разговаривали уже. С одним журналом тоже это уже обсуждали. Про Санкт-Петербург могу сказать, что там девушки более начитанные, более раскрепощенные, более интересующиеся. В Москве, мне кажется, более поверхностные, но не все. Это такой некий минимализм. Есть люди, которые не любят сильно каких-то таких принтов, опять же, тех же леопардов. Им покажется это немного вульгарным, им хочется какого-то спокойствия и чистоты, поэтому вот этот лук идеальный.